Самая прыгожая краіна. Выстава фотаздымкаў под такой назвай сёння открылася ў расійскім цэнтры навукі і культуры ў Гомелі. Яе прымеркавалі да Дня Расіі. Адной з першых экспазіцыю наведала Вероніка Гамзюкова. Фотоконкурс «Самая прыгожая краіна» – гэта медыяпраект рускай геаграфічнай супольнасці. У гэтым годзе адкрыццё фотавыставы прымеркавалі да Дня Расіі. На здымках фіналістаў і пераможцаў конкурсу – пейзажы. Мэта конкурсу – падштурхнуць людзей беражліва ставіцца да дзікай прыроды. Праект ажыццяўляецца з 2015 года. За гэты час аўтары прадставілі больш як 400 тысяч здымкаў. Выстава павінна знайсці водгук і ў гамельчан. Можна з уверенасцю сказаць, што гомельская публіка, она очень благодарная, она очень интересующаяся, очень дружелюбная и приветливая. Но в этом году решили непосредственно обратиться к детям, потому что все-таки самое молодое поколение – это наше будущее. Мы за дружбу между нашими государствами, и когда дружишь с кем-то, да, когда граждане Республики Беларусь дружат с гражданами Российской Федерации, они же должны знать, что это за страна такая по соседству живет. И вот решили вот самому молодому поколению продемонстрировать, насколько красиво наше государство. Мероприемство штогодовое, але сёлета формат незвычайный. На презентацию выставы организаторы запросили детей 6-7-годового узросту. Для их гэтыя фотоздымки – первый крок до спознания прыгажосці пейзажа в России. Организаторы продумали и забавляльную частку. Спочатку юным наведывали Вольнікам центра показали мультфильм, а затем аниматоры проводили викторины и знакомили детей с русскими народными гульнями. Расскажи, что ты знаешь про Москву? Там много игрушек, мне дед приносит из Москвы подарки. Я, конечно, не ездила, мой брат занимается футболом, он ездил там в Германию, ему очень сильно понравилось. Гамельчане змогуць наведаць выставу до 24 червеня. Вероніка Гамзюкова, Василь Сіпцоў, телерадыёкампанія Гомель.